Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Шойгу наградил маршала Язова орденом за заслуги перед Отечеством. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу наградил маршала Дмитрия Язова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени и вручил юбилейную медаль 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Информацию передает РИА Новости. Советский маршал получил государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения, а также за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Источник сообщает, что Шойгу также вручил Язову книгу Николая Карамзина «История государства российского». Следует отметить, что Дмитрий Язов – последний, кому было вручено звание маршала СССР. Он является единственным из ныне живущих советских маршалов. В период с мая 1987 по август 1991 года занимал должность министра обороны Советского Союза. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.